Приветствую тебя, друг, с тобой снова Фауст. И мы продолжаем проходить Kingdom of Amalur: Reckoning. В этой серии я наконец-то нашел одно из заданий. Я так просто бегал по зданиям. Так. И поговорим с ним, посмотрим, что он нам даст. You look like you have some free time on your hands. Care to earn a bit of coin? Uncatalogued tomes are stored and protected in warded containers. If you save me some time, I'll pay you well. All I need you to do is go to each container and dispel the ward on it. I'll pay you for each one you manage to dispel. Excellent. Звучит неплохо. I'll have some brought up. They'll be in the upstairs alcove waiting for you. A pleasure. Понятно. Enter. Да. Контейнеры наверху. Мне просто их нужно рассеять. Ну, не их рассеять, а рассеять заклинания, которыми они запечатаны. Я надеюсь... Я даже через стену слышал, как они шумят. Надеюсь, это таким образом нужно подойти. О, три штуки. Очень простой. Я на самом деле научился это делать, так что это вообще не составит никакого труда. Я не могу посмотреть, что там. Это печально. Могли бы что-то посложнее. Все очень простые. Я уже профессионал в этом. Так, ну ладно, пойдем обратно. Возможно, я сейчас к нему вернусь, он... Простые поставят, потом средние, потом тяжелые, потом очень тяжелые. Вот. Очень тяжелые я давно не трогал. Там с минами уже будут. Три разных печати с минами. Хотя бы один. Да я все тебя разблокирую. Ну, рассею. Сейчас только дождись. И я опять не туда побежал. Сколько там? Опять? Три штуки. Да, все те же сундуки. Тоже очень простые. Типа они постоянно будут одними и теми же. По-моему, это не задание. А, можно сюда нажимать. Лол. Я просто несколько раз сделаю в надежде, что что-то изменится. И что это не глупый гринд. Там, не знаю, где это вообще задание находится. В задачах. Понятно. Если на третий раз будут опять простые сундуки. Динамо золото. I'm never going to get these blasted containers dispelled. Very well. Ты издеваешься? Что за тупо? Поезд задания. Понимаю, если бы оно позволяло потренироваться, но как бы смысл в этом, если... Там они очень простые. Смысла в этом ноль. Вот здесь было задание. I think I have, require the assistance of, well, your kind. It's quite urgent and quite, sensitive. There's a letter, one I was writing. I'm a scribe, you see. I received word from the Basilica to draft it, from Scholar Erencourt. A strange letter, meant for Rathir. And though we gnomes are neutral, well,
The letter gave encouragement, not promises. Never give promises, that's the rule. The letter was written, sealed, and sent, but never arrived. Scholar Aerencourt means to have my head for losing it. I need that letter recovered. Так, я могу помочь вернуть письмо. I have one need for you. The courier that took that letter from me was a traveler. A docker farm in Parwen Well from Sunkamp. She said Aerencourt arranged the delivery. I had no reason to suspect. Travelers are often used as couriers in these lands. But she was the last to have that letter. Fair enough. Так, окей, только я еще... Не... Так, хотел бы поговорить с ним, с торговцем. The guest of Sandstone Villa. How can the Domus Politica be of service today? И ты... О, ты продаешь, во-первых, дохрена отмычек, это очень полезно. И рюкзак. Всего 10 слотов, конечно. Но это не помешает. Just as well. Yes, yes, hello. Одесса. Мне, наверное, нужно задание взять, которое он мне дал. Найти курьера. И курьер. Курьер вообще в городе? Нет, курьер вне города. Наконец-то первое задание вне города. Да, и это лагерь. Так и думал. Надеюсь, мне не придется говорить с квестовым персонажем каким-нибудь. Не, это не квестовый, это просто рандомный. Hey there. Так. Ничего интересного. Это что? Я, конечно, смогу взломать. Да, наверное, так точно. Лучше бы я просто сбил замок. Получил бы больше. Не, получил бы не больше, но... Кстати, опыт всего лишь 29, так что нафиг. Буду просто сбивать замок, и при этом я потратил бы на одну отмычку меньше. И время бы не потратил. Блин, где... Это женщина. Фак. Я не совсем понимаю. А, все. Теперь допер. Well, I seem to have attracted a guest. What can I help you with? Oh, that would be the squeaky little gnome from Odessa. Smelled like vellum and book paste, as I recall. I was hired to take the note from him. Sure as rain. A gnomish scholar named Aerencourt hired me to take it and throw it in the quarry. That's where you can find that letter if you're looking. And I can even give you Aerencourt's orders as proof, if you pay the right price. I suppose you're right. If you care so much about the little rag, I can part ways with it. Now don't say I didn't give you anything. Another time, maybe? Так, наверное, нужно прочитать инструкцию. И она где-то здесь. Ну, во-первых, я в начале видео купил книгу. Она просто была похожа как... Как будто она дает какой-то навык, но, видимо, нет. Это можно на паузе прочитать. Вот. Мне показалось, она мне что-то дала. Но, видимо, нет. А вот инструкция. Записка за авторством Кудена Пассата. Который
подробно описан план потери письма. А, я не могу почитать. Ладно. Так, с ней нужно будет поговорить потом по другому заданию. Карьер. И у меня здесь квест сломан. Все еще. Я убивал разбойников. У меня, ну, задание у меня тут. Задача. Но я тут уже до этого был. И врагов тут уже нету. Я не могу эту задачу выполнить. Убить преступников, которые тут должны были скрываться. Цинрики. Но при этом здесь они респавнятся. А, блин, ты все еще жив. Это, конечно, довольно тупо. В целом, тут можно нафармить опыт. Просто входить, выходить и убивать там, за раз. По 172 опыта получать. Ну, нафиг такое. Так, наверное, мне надо подняться сюда. Не совсем понятно. Не, хотя мне показывают, что здание находится внизу. Проще будет спрыгнуть. Так, наверное, все-таки письмо находится где-то в углу, просто лежит. Да. Просто здесь на земле. Наша политика более прагматична, хотя некоторые этого не признают. Если однажды вы обнаружите, что что война закончилась, знайте, что мы способствовали этому. Мир и процветание для всех, вот чего мы добиваемся. Знайте, что мы открыты и готовы к любым переговорам. Так, получается, надо вернуться сюда. И вернуть письмо Курдан. Another? Сообщение пришло о том, что ветер будет 25-27 метров в секунду. Забавно. Так. Там, по-моему, еще должно быть задание. You found the letter. But why would Scholar Erencourt want it to be sent and lost? She commissioned the letter in the first place. It is above my station to question her. There is a higher plan at work. Please, stranger, find Erencourt and learn what is happening. Fair enough. Так, ну, пойдем за ученой. Ученая, скорее всего, в лаборатории. Это довольно логично. Так, и у меня какого-то хрена заблокировался телефон. Просто у меня тут идет... секундомер. Вот. А, наверное, потому что я открывал письмо в сообщении. Или не в лаборатории. Не, по-моему, в той стороне находится именно лаборатория. Или... А, нет. Там точно не лаборатория. Скорее всего, форум. На островах. А, нет, форум здесь. А может быть, лаборатория? Нет, тут базилик находится. Да? Да. Базилик Гностры. You... I have heard that someone was helping my subordinate, Corden. It seems he has lost a very, very important letter. While I applaud your diligence in tracking this to me, I'm sad to say that Corden's error is grievous.
He will be punished for losing the letter. That is a half-truth. I requested the letter of Cordon, true, but it was not my idea. That came from a higher source. The Templars have reached a tentative form. Да, сейчас храмовница меня пошлет. But a cautious few requested I draft this letter. A Templar must be obeyed. But what can be done when they give conflicting orders? So I had the letter written, and Cordon lost it. Ay, damn it all. I knew that dirty traveler was not capable of performing even the simplest of tasks. Понятно. I will not allow you the privilege of extorting me. I will resign my position and name Cordon as my replacement. We shall see how he fares. I would be very careful if I were you. You are known to the Templars, and it was never their intention to treat you lightly. That sure is. I see. Ah, какая-то ты стрёмная. Злая злюка просто. О, жуть. Злая коротышка. Так, мне нужно в ту сторону, потому что там стены. Это место не совсем похоже на острова, по-моему. Я просто рядом, хочу заглянуть сюда, проверить, есть ли тут... А, это тюрьма. Но сюда мне не нужно. Есть смысл зайти в шахты, потому что там тоже, возможно, будет задание. You won't believe this. I've been presented with the opportunity to join the Basilica Nostra. Must have been from your help. I never thought in my wildest years. I only hope to correct a mistake. It will take time to be approved, but here is your reward with my thanks. Fair enough. Спасибо. Так, выход здесь. А, бесит. Здесь почему-то довольно странно выходы работают. Так, и просто пройдемся по зданиям, найдем задание. Вот здесь проход. Вот в Аркадиуме, по-моему. Нет. Это чисто кнопка. О, блин, кнопка. Какая кнопка? Магазин. И там как раз была продавщица книжек, у которой я купил бесполезную книжку. Так. Тут тоже нет заданий. Тут вот эта бесполезная задача с очень тупыми сундуками, которые, ну, очень простыми, на которых даже не потренироваться. И я вижу, здесь есть проход. Гостеприимные кварталы. Блин, я тут еще ни разу не был. Это не похоже на кварталы. Но тут есть задание. Во-первых, есть... А. Так как длинная дорога пользуется независимым мастью от Одессы в борьбе с угрозами и проблемами, они полагаются на божественное или свое провидение. Любая помощь прохожих приветствуется. Перераспределение богатства, как торговцы Аркадиума, люди и Алфары являются уважаемыми и влиятельными в городе личностями. Однако же они всячески отказываются помогать своим братьям и сестрам из гостеприимных кварталов. Неблаготворительностью, ни хотя бы скидками. Пожалуйста, добрый человек, убедите их помочь бедным, нуждающимся. Блайер, позаботься о награде. Доброй души. Доставка сообщений. Эскада Тейнера заключили в тюрьму Одессы на несколько недель, просто за кражу буханки хлеба. Нам даже запретили с ним говорить. Пожалуйста, кто-нибудь доставьте это письмо с добрыми пожеланиями нашей любви ему в тюрьму.
не привлекая внимания легионеров. Блайер позаботится о награде и исправлении ошибки. Гномы захватили то малое, что мы могли послать для помощи армиям в Мелсеншир, и запрягли в арсенал. И уничтожьте все, если осажденная армия не получит провиант, то никто его не получит. Награда 150 золота. 150 золота маловато как-то. И контрабанда. Доставить письмо. Поговорить с торговцем. Ну, это, по-моему, довольно быстрое задание. Просто мне еще и неплохо было бы уже выдвигаться. Так, у меня есть еще пока что время поговорить с торговцами. And I suppose you're here to preach the virtues of helping my lazy neighbours, more like buzzards. I've been there before. I know what life is like in the gutters. I'll pay my part, aye. But it's you that's more deserving, I think. Here's some coins. All right then. Так, второй должен быть, да, здесь совсем далеко. I can promise you'll always find the goods you need at Semble's. Care to browse? Share them with who? With... Oh, I see. It's not enough that I scrape out something for myself. You can't succeed in this city without someone coming to collect. You mean it, don't you? You actually care about them. Fine, I'll give my part. And thanks for your compassion. Please, come by again. Так, и, видимо, в самом здании... Там, скорее всего, будет парень такой, бородач. А, нет, в другое место. А, нет, это именно бородач, да. Я у него покупал некоторые вещи. I knew better than to think my prosperity would go unnoticed. It seems all my success helps others instead of myself. Generosity is not something seen that often here. If not in my neighbors, I might place my trust in you. I'll donate to the poor, and why not to you as well? И мне тоже. Не, мне твои пожертвования не нужны, чувак. Так, это мы закончили. Потом ошибка отправки. Уничтожить контрабанду. И она находится, по-моему, там, где мне находиться нельзя, да? Да, арсенал. Ладно. Стоит ли мне пытаться прокрадываться? На самом деле он меня уже видел. Да, понятно. Но он меня даже не заметил. Тут у нас куча ящиков. Так. Можно осколки подобрать. Они все равно особое место не занимают. А, блин, меня заметили немного. Trespasser! О, нормально. You there. Все, спалили совсем. Ладно, я штраф заплачу. Я хотя бы успел все разрушить. Так, и последнее задание. Мне нужно
доставить письмо в тюрьму. Правда, ее придется взломать перед этим. Тут задания нету, но это не тюрьма. Да. Я понимаю, что это не тюрьма. Где у нас тюрьма? Тюрьма у нас здесь. Да, меня же задание за ручку ведет. Так что все норм. Такс. Я могу сбить. Но на самом деле, если меня здесь заметят, то ничего в этом страшного. В целом. Это в арсенал нельзя идти. А в тюрьму можно, это странно. Типа, о, здравствуйте, я так просто мимоходом тут пришел. Всякий лут собираю. Я сюда лутать пришел. Не обращайте внимания. Ну, еще там, посмотреть, какие тут парни сидят. Yeah? Just let me out of here and I'll show you why they threw me in a cell. О! How dare you? Не знаю, что он там мне хотел показать. Этот мне ничего показывать не хотел, но... You there. Halt. Да, я заплачу. Запоздалая озвучка. Такое ощущение, что это озвучивают, как будто я решил сопротивляться. Как будто что-то в горле сломалось. Вот. Так, ну. Тейнер, привет. Нас вроде как никто не видит. Давай я тебе подачку дам. О, передачку. If you're going to stand out there and gape at me, you're going to get us both in trouble. Really? I've been in here so long, I thought they would have all forgotten about me. Так долго, блин, тебя на пару недель арестовали. Get going. Все, я пошел за вознаграждением. Интересно, а если я ударю? Да. Напал на стражу. 2000. О, я еще и крутанул по нему. Весело. Можно творить, что хочешь, а потом просто откупиться. Имея миллионы. Да. Правда жизни, как говорится. Move along. Да мне, скорее всего, ничего прям полезного не дадут. Я бы все-таки зашел еще в шахту, потому что там, скорее всего, еще квесты есть. Fancy a chat? Так, я хочу поговорить с тобой. Not much of a converser. Just bleed and leave me alone, right? Тренировка. Это меня не можешь. Скрытности он обучает. Так, а что это тут разлегся? Давай мне вознаграждение. Чудак. I too have been asked by Reddle to hand these words to the denizens of all that can help. Esclad Tyner is a troubled man, but many are those who need redemption. Много золота. He must not lose his spirit. Пожертвовал для бедных. Indeed, Mitharu smiles on a few, and it is their responsibility to share such providence. Your service will not go unrewarded. Он правда чудак. И уничтожил контрабанду. Those are capable of greatness. Mitharu does not smile on those that take from the meek. You have restored them and ourselves.
Упс. Будильник. Весело. It is one of sorts. It is a board of petitions made by those of the Hospitalis quarters. I keep it for the good of this place. Be pious. Да, но я все выполнил, что было на этой доске. А больше она мне ничего, я так понимаю, не предложит. Так. Одесса, офис Репла. Ну, у меня есть немного времени, и я зайду в его офис. Мне даже стало интересно, что в нем. Yes. Странно, что меня сюда пустили. И тут задание. Ладно, на этом я, думаю, закончу. Зашел такой, начал просто в наглую все тырить. Ну, так люди и богатеют, там, по 10 монет воруют, а потом у них миллионы. Ладно, на этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилась серия. Если так, поставь лайк, напиши комментарий, мне это будет очень приятно и будет мотивировать меня записывать для тебя новые серии. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи и пока.